Ребята, эти котики попали в опасность, и только вы можете спасти их. Пожалуйста, поставьте лайк под это видео и подпишитесь на канал. У вас есть ровно 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Ура! Благодаря вам котики спасены. Приятного просмотра. Не понял. Эй, ты чё, закрой! Ты кто такая? Что? Не лезь ко мне. Не надо. Я очень долго, походу, побыл в пещере. Не надо. Не надо. Ты живая? Нет. Что? Нет. Ты живая, девочка, отстань от меня. Ладно, стой, подожди, стой. Ты кто такая? Подожди, ты гномик? Ты пещерный гном? Какой я тебе пещерный гном? Я девочка-алмаз, ты чё не видишь? Ой, ты посмотри. Немножко как-то на золото похожа. Ой, да, точно, золото. Я девочка золото, точно. Спутала. То есть... А сколько... Подожди, а сколько ты весишь? Потому что, если что, я тебя смогу сдать. Какой сдать? Во-первых, у девушек не спрашивают о их весе. А во-вторых, не нужно меня никуда сдавать. Ой-ой-ой-ой, бизим, закапываемся. Подожди, что, это твой домик, что ли? Это... То есть я, можно сказать, твоих родителей сейчас раскапываю, что ли? Ну, нет, не моих родителей, просто мне комфортно жить. Ну, что ты вот делаешь? Ну, зачем ты это делаешь? Мне просто комфортно жить, когда вокруг меня одни золотые блоки, поэтому не трогай меня. Ну, так, подожди. В общем-то, знаешь что? Мне нужны эти все золотые блоки, потому что на мою деревню, на мой домик могут вот прям в любое время напасть всякие плохие мобы и вот все такое. Вот, и чтобы мне выжить, мне нужно золото. А ты из золота, и ты, как бы, понимаешь, ну, я тебя, скорее всего, просто сдам. Он хочет меня снять, убегаем. От меня убегать просто, ну, бессмысленно, ты понимаешь, ты маленькая, а я вот большой, я тебя все равно смогу поймать, так что не сопротивляйся, пойдем наверх. Хорошо? Не будешь сопротивляться. Дядь, мы одного роста, ты что, рофлишь? Какой выше ты меня? Ну, я тебе выше немножечко, так, ну, на пару сантиметров всего лишь-то. В общем-то, давай, что это я спрашиваю? Так, быстро, взяла, пошла. Быстро. Стой, погоди, не надо. Пацан. Я тебя сдам, дяденьке. Как зовут тебя там, уродец, буду звать? Меня зовут Эш. А, уродец. Кстати, а тебя... Эш, меня зовут Эш. Короче, уродец, что я тебе говорю? Бьют. Давай, короче, попробуем договориться. Смотри, тебе нужно золото, да? Ну, да, правильно. Я тебе дам золото, бери золото. Уходи. И что, это... Мне нужны золотые блоки, понимаешь? Из этих слитков я... Ух ты ж... Так, это что, не матюкайся. Хорошо. Тебе достаточно? Уходи теперь, не трогай меня. Это все, понимаешь? Этого не хватит, чтобы спасти мою деревню, понимаешь? Мне нужна алмазная броня. И что, я тебе золотая рыбка, что ли? Ну ты золото, а за тебя, наверное, много дадут. Я отдам тебя хорошему дяденьке. Я тебя хорошему дяденьке отдам. И что теперь? Ты будешь меня бить, что ли? Я не пойму. Это что за... Это... Так, все, ну... Эй, ты что? Да ладно, не надо плакать. Я же тебя отдам хорошему дяденьке, который будет... Звучит еще хуже. Да, хотя... Всё. Так, да не переживай, все будет хорошо. Он мне даст золото, тебе он даст кровь. Пацан, не надо меня продавать, пожалуйста, не надо. Ладно, я расскажу тебе секрет. Ладно, давай, говори. Я все умею превращать в золотые блоки. Ой, какая ты... Серьезно? Ты что, мне не веришь, что ли? Давай, пойдем, хватит меня... А ну хватит меня бить! Ай-яй-яй, что так больно? Уродец, а ну стой на месте, поставь вот сюда. Меня зовут Эш вообще-то, а не уродец. Поставь вот сюда передо мной что-то, я тебе покажу, продемонстрирую. На тебе землю, давай. Смотри, была земля... Стали золото! Я, конечно, понимаю, то, что у тебя, скорее всего, мозги там и все золотые, но... Как бы хватит меня бавить, так что пойдем. Ой, больно! Все, пойдем, давай, выходи. Больно. Пойдем, я тебя сдам хорошему дяденьке, так что не надо тут, да? Там самое главное сейчас выйти из этой пещеры, потому что, честно говоря, я немножечко не помню, куда выходить. Вот, ну ничего, пойдем за мной. Вот сюда вроде как. Вот здесь вроде как можно быть. Я не очень уверен, но... Ладно, сейчас, в общем, как-нибудь мы отсюда с тобой, да и выберемся. Слушай, уродец, а дай покушать, пожалуйста. А то ты меня бьешь, я кусть хочу. Я не уродец. Я Эш, пожалуйста, запомни. Пошел в попу, ты меня бьешь, я не буду называть тебя Эшем, пока ты меня бьешь, понял? Будешь улетцем. Все. Нет, пока не назовешь меня Эшем, я тебе не дам Эш, покушать. Эш, дай пока покушать, пожалуйста. Вот, все. Вот нужно всегда так вот и начинать. Вот тебе один кусочек мяса. Спасибо, уродец. Я...
Эш! Я Эш! Разве ладолочка? Ох, вот, мы, надеюсь, выбрались наконец-таки. Вот, пойдем, пойдем. Вот, все. Все, до свидания. Куда до свидания? Ух ты ж, маленькая. Убегаем, убегаем. Я тебя сейчас догоню, тебя точно ударю несколько раз. Ух ты ж. Давай, давай, догони. Я тебе больше за мясо не дам, ясно? А вот если... А вот знаешь такую легенду? То, что если ты пойдешь в лес, да, то все, тебя большой монстр украдет и съест. Ладно. Я вернулась не потому, что там мясо хочу, а только потому, что мне стало жалко тебя, и ты там сказал, что твою деревню что-то там. Поэтому я хочу просто помочь тебе. Уродцу. Нет, я вообще-то взрослый, я могу сам все решить. Ясно? И быстро ну, за мной. Стой, ладно, ладно, давай не буду больше тела. Смотри. Смотри, я могу помочь тебе. О, да значит ты все же это правда? Да, офигеть, правда. Так, подожди, подожди, стой, то есть ты можешь взять сейчас и превратить это все в золото? Подожди. Да. Я просто тебя развела тогда. Офигеть, я как, я тебя люблю просто офигеть. То есть подожди, если я это скопаю, это будет золотой блок. Это золотой блок. Да-да. Офигеть. То есть ты мое просто спасение, ё-моё! Ну да, как просто же... ты был злюк, и поэтому я решила над собой подшутить, а потом мне стало тебя жалко. Но офигеть. Я подумала, помогу. Я что, тебе ещё? Точно... Нет, конечно же, я тебя точно теперь у себя оставлю, и будешь мне просто каждыми днями брать и спавнить золотые блоки. Так, быстрее иди сюда, вот я тебе покажу. Вот мой великолепный домик, который я когда-то сам построил. Он очень красивый, очень хороший. Вот, а вот это оружейник. Вот, познакомься. Здравствуйте, вот. Дяденька. А как тебя зовут, не сказала? Меня зовут Фласячка, но все просто называют меня Золотой Блок. Хорошо, или Золотая Девочка. Блок. Хорошо, золотая девочка, превращай это все в золото. Ну ладно. И вот, посмотри, вот сюда, вот, смотри. Тут, в общем, можно все купить, вот, допустим, 24 золотых блока, и можно будет купить алмазные ботинки. А? И, в общем-то, мы сейчас друг друга оденем, ну, точнее, ты нас оденешь полностью. И мы будем сражаться и ждать, пока к нам придут какие-нибудь, ну, злюки, и нас будут, наверное, убивать. Вот, можешь пока что домой зайти, да, я тебе, в принципе, разрешил... Дяденька, я буду тебя звать дядькой. А это, на улице темнеет. А где спать мы будем или нет? Нет, конечно, нам нужно трудиться, потому что вот-вот должны прийти кое-какие злюки, и они могут нас полностью убить. Ты же этого не хочешь, а? Ты же не хочешь, чтобы тебя тобой какой-нибудь там дядька такой потный и злюк. Фу, потный злюк, мне тебя уже хватило. Вообще-то я не такой, ясно. Так, сначала купим очень потный. Алмазный меч, во, смотри. Я тебя, если что, смогу защитить, смотри. Вот. Красава, вот, красава. Меч. Так, мы а теперь только... Мы что, серьезно не будем? Серьезно? Ну, ладно, давай поспим, так уж поспим, поспим, поспим. А у тебя есть не спать, есть кроватка? Кстати, на блоки мне они выпали. О, вот, хорошо. Вот, в общем, давай, заходи наверх, там есть одна кровать, но так как я все же буду спать на кровати... А что тут что, по-девчачьи у тебя все? Не понял. Ну, ты посмотри. В плане по... Так, ты знаешь, за... я не понимаю, это не по-девчачьи, это красиво выглядит, разве нет? Ты такой ранимый на самом деле, даже кроватка розовая, ути-бози, ты такой милый. Все, спокойной ночи, уходи, пожалуйста. А мне где спать? А так ты же сказал, я буду спать тут, а ты внизу. Ой, это капец, конечно, какая... Спокойной ночи. Ага, спокойной ночи тебе. Ой, вот уже и утро, пойду эту, как я там говорил. Какие-то красивые тетюхи. Пацан. Поня. Пацанчик. Поня. Пацанчик. Что? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ух, я думал, что это вообще сон. Ну ладно. Так, это не сон, пацан. Знаешь, что мы должны делать? В общем-то, давай, начинай, в общем, притрагиваться абсолютно ко всему. Как это? А покормить меня перед этим? Я кушать хочу уже. Ай, какая же ты слишком вреднючая. На, кушай. Кушай. Ну-ка. Нормально? Вкусненько? Вкусно. Ты вообще посмотри, такая человеческая еда. Ну, в общем, неважно. Я все давай. Что ем. О, ну туда хорошо. А землю съешь? А? Не, ну, я имею в виду с человеческой еды. Я ем все. Опа, ну... Тогда просто спавни всякие золотые блоки и будем их добывать. Давай быстрее, потому что в любую минуту что, могут... Что, прям вот так вот? Вот орки. Прям вот так вот? Вот да, так вот так вот. Слушай, подожди, у меня вроде как железная кирка была в моем сундуке, посмотри, потому что нам нужно как можно быстрее добывать их, как можно быстрее. Ой, пацан, я тут нечаянно сундук превратила в алмаз.
Ой, в золото. Вот, она тут сохра... Как... Ты серьезно? Так, ладно, стой, ничего не делай. Выйди, пожалуйста, из моего дома. Выйди из моего дома. Все хорошо. Так, все отлично. Придется, наверное, немножко тогда разобрать сейчас мой домик. Я тебе тогда скрафчу золотую кирку. Давай, я помогу тебе. Золотую кирку скрафтишь? Или что? Да хоть какую. Так, пожалуйста, не дотрагивайся до моего дома. Пожалуйста, просто не дотрагивайся. Сложно быть. Да? У тебя вроде есть золотые, золотые слитки, да? Да. Иди их на верстаке, можешь их переработать, а хорошо? А где у тебя верстак? Вот зачем я его тут еще второй сделал? Ладно, вот. Ой, вот слушай, я нечаянно верстак. Да ладно, шучу, я пошутила. Я тебя точно сейчас начну чем-нибудь бить. Алмазным мечом хочешь ударю? Как я тебе сейчас ударю. Ладно, ладно, я шучу. Так, вот тебе, в общем, вот, вот так вот и вот так вот. Две золотых кирки. Вот, я вроде не помню, их можно добыть или нет. Ну, ладно, вот. Я скрафтила. Сейчас, в общем, так ты, ты много скрафтил? Слушай, нам много нужно этих блоков. А сколько? Ну, посмотри, нам нужно хотя бы каждому алмазная броня или бы же хотя бы железная броня. Так, сейчас посмотрю. Так вот, ладно, если я сначала себе железную броню, естественно, куплю, а потом ей уже, то совсем обнаглело. В моем доме командует мной. Я сейчас все слышу, умник. Ты говори слишком громко. Ага, просто крафти там, ясно? Па-бам, смотри, какой я красивенький. А теперь я железный полностью. Так, дальше добываем сейчас блоки. Да, вот, сейчас я тебе еще там скинула немножко. Так, теперь сама покупай тоже, потому что тебе тоже нужны все же броня. А зачем мне оно? А? Ну ты же... Как бы, ты же не хочешь, ну, ты будешь мне помогать, понимаешь, и будешь тоже убивать. Чего? Ты заставишь меня с кем-то драться? Ты что, вообще, что ли? А если я вот умру, то кто тебя будет кормить? Кому ты попадешь? Может, ты попадешь к какому-нибудь себе? Я обратно в пещерку пойду, мне там хорошо было. А ты не знаешь, а я ее закопаю, я ее взорву. Ясно? Да я в другой, пещерке хорошо буду жить. Наставлю возле себя блоков, так что это я тебе помогаю, одолжение делаю, а не ты мне, понял, пацанчик? Я вообще-то Эш, хотя бы говори, называй меня Эшем, пожалуйста. Да имя сложное, запомнить не могу. На, бери, бери, бери. Ой, ой, что так много-то, ё-моё. Слушай, я себе тогда... Ладно, я тебе железное тоже куплю, все на всякий случай. Вот, твою на тебе... кукурузу я испортила, верстак. Ладно, вот если бы ты золотыми блоками вот так вот бы не раскидывался, то я бы точно себя бы уже прибил бы. На тебе железные ботинки и все такое. На, бери. Вот, на. Нифига так. И вот тебе алмазный меч. На тебе алмазный меч. Все. Так что, ты все-таки заставишь меня драться? Ты что, серьезно? Сам дерись. Ну, да. Ты же мне должна помогать хоть как-нибудь, нет? Зачем? А ты знаешь то, что если ты не поможешь мне, то эти вот злюки, они тоже залезут к тебе в пещеру, и все. Они что к тебе допустилось? Там в пещеру залезут, ко мне никто не залезет. Они к тебе залезут... Они все будут знать, где ты живешь, и все. И я им специально расскажу. Вот так вот. Ясно? Ах, значит, ты еще и рассказываешь, пацан, ты не нарывайся. Я-то тут золотая жила, а не ты. Я могу уйти. А вот если ты уйдешь, то я точно скажу, где ты будешь жить, ясно? Вот, пацан, если я захочу, я превращу тебя в железный блок и меньше выпендриваться будешь. Ой, ладно, все хорошо. Нет, это мое. Это мое все. Ладно, хорошо, без проблем. Я. Хорошо, я буду молчать, да? Правильно, молчи. А что ты две железных поножи? А потому что у меня алмазные поножи, ясно? Вот так вот. Так, в общем, давай, тут еще пару блоков нужно скопать, и все. Я думаю, они уже скоро, наверное, придут, слушай. Ты думаешь? Я думаю, да. Давай, скапывай золотой киркой, я тебе золотую кирку вроде дал. Да, дал. Ты их даже две дал. Вот, видишь, я забочусь о тебе, ясно? А, потому что это для тебя, а не для меня. Ну и что, ну забочусь хоть как-то. Слушай, мне что-то кажется, что они уже прям вот скоро могут прийти. И очень странно то, что они еще не приходят, потому что постоянно они вот где-то дня три пройдет, и они сразу там, не знаю, человека 4, да и придет каких-нибудь злодеев. А как там ты с ними раньше справлялся, а? А вот так вот я просто брал и киркой их пытался бить, вот и все. А сейчас как-то, ну вот, ей появилась ты, моя надежда, чтобы... Тогда вот, люби и уважай свою надежду, а не говори, я тебе там, я самое расскажу, где чё, ты не выпендривайся, пацанчик. О, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ой-ой-ой, страхолюдина, это чё, Варкрафт в реальной жизни, что ли? Я не знаю, ты их, слушай, их тут, так, на, так, я пытаюсь, помогаю, вроде как помогаю, на. Слушай, алмазным мечом вроде... Ой-ой-ой, что неприятно, так я тебе скажу. Нет, ой-ой, фух, я тебе помог. Все? Мы отбились? Нет, это только первая волна была, понимаешь?
Мне вот раньше я Кирко их отбивал, и я одного мог бить несколько часов. А тут мы за несколько минут расправились. А, тут вот он еще один, я помогаю. Помогаю. А сколько волн этих? Ой, ё-моё, их, слушай, их может быть много. Если что, ой-ой, мне кажется, что там, нам пора лучше забежать в... Ай-яй-яй. Не-не-не, с таким уж точно мы не справимся. Ай-я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 й. Ай, они меня сейчас убьют, подлюки. Я бегу. Как я тебя понимаю? Я бегу, у меня прям мало хп, слушай. Я бегу, кажется, просто... назад. Это что за песенка? Прям в такие моменты ты еще можешь и петь? Серьезно? А так все равно я-то неубиваемая, а ты-то человек, да? То есть ты хочешь сказать, если тебя убьют, то тебя ничего не будет, что ли? Так, на. Так меня не убить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ай, да откуда они все так лезут? На, получай. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. А, меня убил. Меня какой-то порк убил. Ты чё матюкаешься? Ты чё? Я потом задолбаюсь вырезать это все. Ой, я к тебе пришел. Бизим. Блин, я все потерял. Вот все, вот оно все. Моё. Катерина, дай покусить, кусь хочу, пипец как. Да вот у меня... Сейчас, давай ко мне домой забежим. Беги ко мне домой, давай. Все, бегаем ко мне домой. Просто бежим ко мне домой. Сейчас ну помру. Сейчас помру, пацанёнок. Это все как... Эш, ой, я запомнила, как тебя зовут. Сложно. Все, давай. Эш, вот. Ух, все, заходи. Закрывай, писем наверх. О, как он может открывать двери? О, давай, вниз. Нет, о, где я? Я где? Фух, я наверху. Слава богу, они поднимаются, хотя бы не могут. А где покусать у тебя так, есть? На тебе 10. Ой, этого... спасибо. Фух. Так, знаешь что? Мне это не очень нравится, потому что они еще могут открывать двери. Слушай, это да, что? Это очень странно. Они какие-то слишком крутые. А знаешь что? Подожди. Чё? А в принципе... А зачем мне, собственно говоря, тут уже дом? Если есть ты. А? Почему бы нам... У нас... Стой, ты куда? Нет, стой, сюда, сюда. И что, если мы возьмем и с тобой уедем в какой-нибудь домик? Либо переедем в город, а? Ну да, и можно. Мы будем богаты. А я в пещеру бы переехала, мне нравятся пещерки. Да, в пещере это нужно, знаешь, больше разговаривать с людьми. Так что у тебя вроде есть там кирка, так что взламывают этот вот камушек и уезжаем просто отсюда, просто убегаем. Вот и все. Ты всякие блоки будешь превращать в золото, мы их будем продавать и, в принципе, все. И мы будем... Ну, давай, вскапывай. Скапывай. А что ты хочешь отсюда прыгать? Ты что, ты глянь, как тут высоко. Да, тут не так высоко-то, тут пару, ну, может быть, пару блоков всего лишь, вот и все. Так, вот здесь давай вскопаем и... Все, так, готовы выбегать? На счет трех. Так, на счет трех, давай, раз. Давай, раз, два, ты все, убегай. Да хоре, матюкаться надоест, Дузи. Писим. О, господи, ты посмотри, какой там орк огромный, ладно, я, в общем, дом, я не знаю, но я дом свой бросаю, ну, так уж и получилось, новый отстрою, все равно у меня теперь золотая жила, так что просто убегаем отсюда. Чем ты золотая жила? Я же подумал, мы с тебя уйдем от тебя. Так, я тебя сейчас точно ударю. Я тебя сейчас ударю, ты не выпендривайся, я твоя золотая жила, а не ты. Все, ладно, пойдем.